Какой сложный день был. Наконец-то я иду домой. Но перед тем, как я пойду домой, наверное, я зайду в таверну. Какое-то новое заведение открылось у нас. Странно. Мебели совсем нет. Посмотрим, что у них на втором этаже. И тут пусто. Ой, хоть одна скамеечка есть. Присяду-ка я посижу. Можно, конечно, попробовать позвать официантов, но у нас вряд ли что-то получится. Официант! Официант! Ого! Даже два блиных. Ого! Что происходит? Что происходит? Что за таверна такая? Не расскажете ваш секрет? Наш секрет — волшебная водичка. Я с вами. Нормально так. Неплохо. Неплохо. Колбаса, колбаса. А, да, вы что-то хотели? Мне уже не до этого. Я приму ваш заказ. Можно еще пару баночек? Воу, вот так и проходят дни на РПГ.